Вопрос международной безопасности будет ключевым во встрече президента Трампа и канцлера Меркель. Для разрешения сирийского кризиса Америке, безусловно, потребуется содействие такого влиятельного союзника, как Германия. Аналитики в Евросоюзе отмечают, что хотя Германия не принимала участие в совместных авиаударах союзников по целям в Сирии, она является одним из столпов геополитической безопасности. В качестве доказательства этого Меркель может указать на гуманитарную помощь, которую Берлин предоставляет в сирийском конфликте, на число беженцев, которых Германия принимает, а также ее действия в Мали и Афганистане. Пожалуй, наибольшие разногласия имеются по иранскому вопросу. Президент Трамп до 12 мая должен решить вопрос о выходе из ядерного договора JCPOA 2015 года и о введении санкций в отношении Тегерана. Он пренебрегает договором и думаю, что европейцам необходимо рассмотреть возможность того, что США не будут придерживаться этой сделки. Европейцам придется самим поддерживать стабильную ситуацию с Ираном. Германия, так же как и Франция, активно выступает за то, чтобы Соединенные Штаты не выходили из соглашения с Ираном. Ангела Меркель сама перед приездом отметила, что постарается повлиять на президента Трампа. Германия будет внимательно следить за тем, чтобы это соглашение было выполнено. Но это не решает всех проблем. Мы очень обеспокоены программой Ирана по баллистическим ракетам, и поэтому сейчас ведем переговоры с Великобританией, Францией и США о том, как можно достичь дополнительного прогресса в этой области. Ангела Меркель, говорят эксперты, также будет настаивать на том, чтобы Европа была освобождена от американских пошлин на импорт стали и алюминия. Тем более, что срок действующих льгот истекает уже на следующей неделе. Невыгодны Евросоюзу и санкции США в отношении России, с которой европейцы ведут активную торговлю. Они могут грозить и лицам из других стран, если те сотрудничают с российскими компаниями, попавшими под санкции. По данным Российско-германской внешнеторговой палаты, совокупные потери германских бизнесов от этих санкций уже к концу нынешнего года составят сотни миллионов евро. Канцлер Меркель может попытаться убедить президента Трампа в том, что необходимо изменить политику Белого дома с учетом интересов Европы. Но пока что расхождения во взглядах США и ЕС сохраняются. Так, совсем недавно Евросоюз заключил договор о свободной торговле с Мексикой. А вот администрация Трампа, наоборот, пытается пересмотреть свои торговые отношения в рамках североамериканского соглашения с Мексикой и Канадой о свободной торговле.